блин, РФД. У меня автоматически готов нажалось. Ясно. Анаграммы. Автор игры Владимир Хмель. Владимир Хмель. Ой, боже мой. По описанию. Боже мой. Первый раунд. Так. Угу. Второй полуфинал. Поехали. Final Tuzic Opers. Реп. Правильный ник игрока. Правильное название уровня. Правильный ник игрока. Пусть Тузик. Молчи. Пусть нейрон X-Gaming начинает первым. Ясно. Я не знаю, вот это пускай. Правильное название уровня. А-а-а. Кого? Третья, скорее всего. Да, третья. А, ну там типа... Ладно. Кнопку нажимает. Блин, я зачем. Блядь, фри! Почему? А-а-а, всё, я понял. Я нажал. Я понял фишку, всё. Это очень лёгкий. Да, я понял. Ну это разминка, первый раунд. Оу май! Final the night. Буквы просто можно забыть. Теория там третья теория. Ну да, то есть первый или второй рандом 50 на 50. Бля. А вот в том-то и прикол. Я не знаю. Правильно? Да, верно. Офигеть, братан, ты везунчик. Хару. А не, я проходил Firepower от Лоренза там. Ясно, везунчик. Джи-джи. Легко. Ладно. Бля, я нажал. Почему кнопка не работает? Не работает. Тузик, злая собака. То, что нажимает быстро. Ты видишь, у меня котенок стоит. Похуй. Ты злая собака. А вот это я не знаю. Что это за уровень? Я не знаю, что это за левел. Гупер. Это верно. Это логично. Ну я, если честно, этот уровень не знаю, но вот написание, да. У Фаликс подсказывает, правый котор жми имба. Ладно. Зоброс. 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 Правый контрол. Зоброс. Ну что, ребята, отвечает у нас рыцарь Линель. 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 Шинель. Линель рыцарь. Люстра. Почему? Я нажал. Попросил. Хеллоро, здорово! А вот здорово. Давайте сменим тему, Джи-Джи. Чё, кто лидирует? Что? О! Стоп, это... Тузик. А, я это, в этом я не мастер. Чё это? О, нет. Это чё? А как? Я вообще... Кто? Кто лидирует? Эксенро, не ори. Одеяло. Одеяло. Одеяло, точняк. Подожди, я не слышу. Ковер. Я сейчас замутил его. А, легко, это легко, это легко, это легко. Я уже... God of Music, да! Да, я знаю такого, я знаю. God of Music. Блин, это который я понял. О, ну вот это не знать. Блин, не сработал. Александр Фармер КП, фу-фу-фу, нельзя таким быть. Сложная игра. Сложная очень. Лидирует пока что Лупер. Топлю за Луперза. Да ты опять я нажал. Топлю за Луперза. А вот там топишь. Я нажимаю, я на не работаю. Топлю за Луперза. Да, да, да. Чё-то Лину как-то начал быстрее нажимать. Это кто? Это кто? Я не знаю. Это кто? Скорее всего, третья, по-любому. Фонки Песни, это кто? Креатор. Мало известный, я так понял. А, я знаю. Нет. Я знаю. Это в Спарсе строил. А, нет, Анзор? Да. В Спарсе строил, да. Унзор. А, это легко. Изи. Мы уже говорили о том. Я по картинкам что-то не понимаю. Это Triple Six. Ой. Ну, короче, да. Понятно, дело. Тут нет, понятно. Нет. Мимо. Нет. Блин. Здесь игроки. Там игроки. 3A6A игроки. Триад.
А, перемены места эти. Трэш. Сейчас, погоди, да не могу я сейчас. Ретропт. Тропа? Ретропа. Если бы это был уровень, то было бы проще. Интересно. Окей, пока вам супер. Аэроколксас, пацаны, ну ничего, еще не все. Все впереди. Владимир. Пунчик, тащи! Пунчик, я пытаюсь, у меня кнопка не нажимается. Там надо очень быстро прям. Грамма игроки. Да хватит с меня всего, но. Что сложнее все 200? Туик. Наш давай. Что? Изи демо. Хардмэп байджак. 78. А, ну там я знаю уровни все от него, но вот это вот. Ой, нет. Ну гениально, просто там. Не, я типа ID не знаю. Любой вариант. Не могу я. Тузик, кому мы отдать эти вопросы? Мы произошли. You might get lost in the woods. Это очень легко! Я знаю, кто это. Хорош. Да, молодец, молодец, молодец. Да, это да. А да, по-моему, он бы сейчас его догнал. There's an old legend which tells about the food like crow, god like crow. It's called the... Этот, ну, блин. Да. Я понял, что это. Я такая расту. Ну, в принципе, понятно. Я тебе в рот носу. Ой. Я это проходил. Подожди. Можно? Я знаю, я знаю. Грин Фьюри. Да, Грин Фьюри. Я не нажал. Хорошо, что я не нажал. Демон Инкредибли. Демон, плиз. Изи. Ретеншн? Или нет? А сидит. Я понял. Что сложно? Ну? Что такое доброта? Что это такое? Что? По топам. Это очень легко. Один я раз. Бы здесь 100, все очки собрал. Тихо, ребята, пожалуйста. Один раз отвечаю. Подожди, я, можно я не обосрусь, пожалуйста? Обосрался. Бля, да разве оно сложнее? Ну ладно. Один раз. Один раз, гений. Я же предупредил, ну ё-моё. Тупо гений просто. Зачем он нажал? А чё, один раз? Зачем она берёт? Пустите сюда. А чё, по одному только? Да. Один раз отвечаем. Ну, потому что этот вопрос, он... Тут вопрос типа такой, что типа если один ошибся, то другой. Ну ладно, я засчитаю, потому что тузик. Ну, типа, вычти 100. Все, ладно, я буду, я нормально буду, я просто... Ну, ребята, в следующий раз... Один раз. Да ну нафиг. О, они прям соседи по топу, если чё. Конечно, этот с Пашу. Уж подсказка, какая подсказка, блин, ну ладно. Спашл. Да, это спашл. Кто нет, это ну, спашл. Спашл 30-й, кстати. Вы понимаете, спашл уже 30-й. Он там, да, 30-й. Гораз вроде 31-й. Ну, ответ сказали. Да, это Гораз 31-й. Давайте в этого. Вайнова, там Тузик и прочие, давайте. Да, подожмите. О, это легко. Я болею за Вайнова, как ты серьезно? Да, блядь, ну чё, я не знаю. Айс. А, да, реально. Что-то да, аудиторий брейкер там на 10 мест ниже вроде как стоит. Будет 4 сингла. Я знаю. Да что такое, ну? А что я в КЗ, честно, я тогда грустно, мне пофиг. Будьте три. На сыграно. Пайс. Блин, ладно. Добиваем категорию. Айдол для Аброра. Вот это, кстати, сложно. Блин, я знаю, это изи. Я не помню. Это изи. Ну блин, ну Луперс, ты офигел. Так. Дайте мне. У меня мало очки. Он ничек соберёт за Вайнова. Ты же топил за... Это изи. Нет! Аврора. Аврора, да. Вообще-то Айду. Ладно. Анаграмма, как же не люблю. А, это легко. А, ну это конечно, да, сразу понятно.
Секс! Сексун! Сексун! Чё? А! А, это изи, это, короче, Black Blizzard проходил. Он. О! Да, за Yellow Dan. Куда ты, Дэн? Тид. Я по большим буквам уже помню, наверное. Ой. Кого? Нет? А, блин, это композитор, черт. Нифига, это не композитор, это обычный креатор. Ой, ну блин, это... Нет. Кузик? Я перепутал. Это тоже легко. Ну да. Блин! Сексун. Бенч. Сексун. О, легко. Вообще, это фри. Тузик вырывается. Почему на 1000 вопрос такой фри вопрос? У нас. Поэтому надо. Ладно. Пока всех разберешь. Третий раунд. Я сказал, я третий вайнул. Мне кажется. Все имеют шансы на победу. Сейчас будет лютая заруба. Я имею все шансы на победу. Заруба. Да как игрока бонусный раунд. Я затащу. Бонусный раунд. Я никогда теперь в этом раунде отвечать не буду. Ноль. Это легко. Я уже знаю, кто это. Тут Icon Kid выдает. Да. Icon Kid. Еще у меня картинка. Какая разница? Icon Kid выдает, но главное знать, Icon Kid человек. Кулдеш, да. Ну тут сложные вопросы, так что... О! Это вчера было, кстати! Я уже знаю, кто это. Ну, значит, я не знаю, это то же самое. Блядь, если... Ну, понятно. Это вчера было, да, Хаун. Ну, значит, он знает, если... Он вчера смотрел игру, где попался Хаун. Да. Ой. Ой! На меня картинка. Креатор какой-то. 77 креатор поинтов. Кто это? Фу. Не знаю. Александр. У него всегда разные. Вот так вот. Вот так вот. Почему картинки такие тяжелые? Ну это жизнь! Это жизнь, но я забыл. Бля. Это очень изи. Я не помню. Я не шарю по Византинам, прости. Византина вайп. Пожимаем категорию. А кто это? Я не знаю вообще, честно. Слишком популярный скин розовый плюс голубой. Этот как его, Acid Factory, да? Да. Продолжу ряд. А в смысле продолжу? Лайно, это изи. Вот, Лайно, пожалуйста, не затупи. Если затупишь, то ты упал в моих глазах, бро. Молодец. Молодец, братан. А, я не знал реально, я честно не знал. Ва-банк! Вот сейчас подставим ва-банк и все. Я помню, как ва-банк один раз поставил давно. 10 000 ва-банк! Я выиграл насчет этого. А нет, я пас. Ва-банк. Лучше за 8. Легко, это очень легко, можно было ва-банк поставить. Ну Лайно, ты же знаешь это? Я знаю это как раз таки. Это очень легко, алё. Подожди, я сейчас думаю, что без подвоха, а вдруг. Хотя нет, это легко, да. Ну, Уперс. Ребята, я забыл тут петь. Уперс, ты хотя бы понимаешь, про что этот, про что вот это вот ряд? А, я этот, блин. Это изи, можно? Да. Нужно я. Серпонч. Я забыл, кто тут. Всё, я вам не поставил, ну чего. Раньше был экспириенс, нет. А, я проиграл Тусику, короче, бежи, всё. What the fuck? Ну почему вы такие тупые? Это что вы из 5 боф? Ахаха, это же ну конечно, это вот Никита вернулся, камбэк. О! А, я знаю! Квазар, Сюрф и... Я знаю, третий кто. Мне кажется, это тот, который первый прошел Суперсоник. Нет, ББ! Нет, это четвертый! Нет, там кто ББ прошел? Третий кто прошел ББ? Соулс! Это Соулс! Да ну! Реально настолько скилловый был! Соулс третий, а РПГ четвертый! Бля! Ну ладно, ничего. Гений просто, я знаю.
Вопрос без риска. Что? На 3К. Это что? Да. Да не нужно мне звать. Эти музыку. Что этому деду от меня надо? Я не знаю, что это. Офигенно, я не успел услышать, у меня была музыка, нажата кнопка. Не музыка, это игрок и уровень. Да. Я никогда не услышал. Я не знаю, может это Риот, я не знаю. Игрок и уровень? Игрок и уровень. Это Риот. Давай без может лайном, а то лупер с... Не знаю. Если игрок и уровень, я не знаю, кто это. Мафия Пайнэппл, а чё уровень? А, ну, ты написал музыку, типа, космос и там Genesis. Раз в четвертый угадать. Всё, я, это рандом. Рандом. И сейчас такой тузик, плюс 3000 очков. Владимир. Молодец ты! Политик, лидер, политик, лидер и борец! Наш президент страну поднял! Россию Путин не предал! Предал. Ладно. Путин. Везучий. Просто может быть и минус баллы. Да. Ну, да, так что это, да. Слушайте, это просто GG. Это рандом, да. Посмотрим. Лох ебаный, это ты. Ноль. Зеро. Я не буду брать больше, мне... Просто попробую угадать. Я не буду, пускай Луперс, у него много очков, и мне ничего терять. Надо было брать. Да, а если бы Никита взял это, то Никита бы точно то выиграл. Я бы точно победил, потому что... Сейчас такой момент, да? Сейчас Никиту... А сейчас, если Никит ответит неправильно... Конечно, я не удивлен. То хана всем! Финал. Так все равно, если в этой игре Тузик выиграет, то все равно вы оба в финал попадете, пацаны. А ну, типа... Так, то да. Так что если очень маленький шанс, то Лайнел пройдет. Маленький шанс да. Есть. Очень маленький. Прислови, что оттуда не удачи, придумал. Удачи, пацаны! Ебать. Я не подставил тысячу. Очков. Блин, надо было ва-банк. Слышите, для меня это было бы реально офигенно. Когда 10 тысяч ва-банк поставил. А чё делать? А чё? Ничего. Я не понял прикола. Ладно, Зинай, ты сколько поставил? Я ва-банк. Значит, у тебя будет 450 очков. Нихуёво. Короче, F. Блин! Ну, тебе попался говно вопрос. Короче, F. Я не знаю, что это, блядь, реально. Ну, пиздец. Браво. Браво. Поставил хайпик. Не, я устаю. Браво. Бля. Чего браво? Где браво? Когда браво? Я ответ Вупер за. Лайнел не смог. Никита и Тузик, я вас поздравляю! Вы проходите в финал! И я вас выебу! Ой. Отомстите кто-нибудь! Иксалера, молчать, блин. Ты вообще нубик. Пошел нахер, интернет плохой. Нубик. Я не виноват.